Вот такой комментарий оставили в моей группе в Телеграм. Видео, о котором говорит автор комментария, можно посмотреть на моем канале в Телеграм. Существует так называемый утиный тест или тест на очевидность происходящего. Если это выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, вероятно, это и есть утка. Так вот, если использовать утиный тест для оценки поведения женщины, то можно сделать вывод, что когда женщина демонстрирует мужчине свои половые органы, она хочет его сексуально спровоцировать. Потому что никакой другой причины для того, чтобы светить перед мужчиной своей пиздой, у женщины нет. Сексуальная провокация является неотъемлемой частью женской прошивки, и женщины устраивают сексуальные провокации, даже не задумываясь, на автомате. В конце этого ролика я прикреплю еще одно видео о том, как мама с сыном съездили на море. Мама, видимо, разведенка. И это видео наглядно показывает, что когда женщина хочет устроить сексуальную провокацию, даже присутствие несовершеннолетнего сына ее совершенно не смущает. И насколько я помню, один из первых комментариев под этим видео был: «Мама ищет сыну нового папу».